С наступлением осени также наступает и пора инфекционных заболеваний. Одно из самых опасных, объединяемых в группу так называемых ОРВИ – это грипп. В результате такой простуды могут возникнуть осложнения. Но есть простое решение – вакцина от гриппа. Сделав ее сейчас, можно уберечь себя от инфекционных заболеваний в будущем. По статистике, каждый год от гриппа и его осложнений погибают около 2 миллионов человек. Для того, чтобы снизить вероятность заболевания этой тяжелой вирусной инфекции, а также ее последствия, и проводится вакцинация. Ее эффективность составляет 90-98%. Чтобы избежать эпидемии гриппа, в нашем районе уже несколько лет подряд проводится массовая вакцинация населения. Дети, бюджетники, пожилые люди и неработающие будут привиты за счет средств федерального и районного бюджетов. Работающие должны быть привиты за счет работодателей. Вакцинация будет более эффективна, если прививку от гриппа сделать до 1 ноября, то есть до начала массового подъема заболеваемости. Ну, как вы знаете, ежегодно у нас в городе на базе первой поликлиники, второй проводится вакцинация населения от гриппа. С наступлением холодов мы ожидаем, конечно, эту болезнь коварную, как говорится. Как вы знаете, грипп – это такая болезнь, как она опасна своими осложнениями. Чем больше будет привито славянцев, тем больше будет так называемая иммунная прослойка, которая не позволит появиться массовой эпидемии. Вопрос, делать прививку от гриппа или нет, перед Ольгой Харольцевой никогда не стоял. Она уверена, вакцинацию делать надо. Сам болеть не будешь и семью свою от инфекции убережешь. Я делаю прививку каждый год, потому что как бы, работаю в медицине, знаю все, делаю себе, своей семье, прививаемся ежедневно, поэтому не болеем. Также, помимо вакцинации, врачи рекомендуют принимать витамины, противовирусные препараты и чаще бывать на свежем воздухе. Тогда никакой грипп не застанет врасплох. Тина Копачевская, Георгий Калинин, программа «События».